И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все, также на Генезисе, и сегодня мы пойдем в болото. Давайте выполнять миссии, короче, я уже задолбался. Давайте выполнять миссии. По сути, по притомлению динсов у меня остался, что, магмозавр только из тех, кого еще не томил, да? То есть, все остальные у меня есть, только один магмозавр, но магмозавр это выращивать. Выращивать я сейчас, во-первых, не хочу, во-вторых, нету времени. Поэтому погнали по миссиям. По миссиям я хочу пойти в болото, потому что в океаническом биоме у меня осталось прям буквально чуть-чуть. Это крути-кати и жми вовсю, но это извините. Там я даже не знаю, что надо придумать такого. Есть вариант там притомить 10 какул, короче, и они будут, короче, вокруг тусить меня, ну, блин, ну, плевать. Это из разряда маразм. Ну вот, убить Лохнессу, короче, и здоровый угорь, ну, это типа, как я понял, типа босса, но там... К нему точно нужно будет, надо, во-первых, смотреть его, как его убивать. Во-вторых, ну, вообще, что там с ним, как там тактика борьбы. И, во-вторых, мне там нужно будет томить 100% больше динозов. Ну и, собственно, сопроводить дельфинчика, но это так же, как с черепашками. Я просто уверен, что в бете я не... в альфе я не вывезу. Вот. А это значит, что сначала нужно пройти, все-таки попробовать вот это вот. А для этого мне нужно дофига что томить. Ну, в общем, круговерти... Как-то так. Погнали в болото, потому что в болоте я вообще ничего не выполнял, грубо говоря. Да, луны биом я не выполнял, но я вообще туда очкую уходить, честно. Вот это вот... Да, сейчас у меня есть бластсталкеры, на них гарцевать очень хорошо, но вот это вот постоянно... Постоянно ты поджигаешься. Отвратительно. Поэтому пойдем в болотный биом, пока что я не готов... к лунному, ну, снежный уже как-нибудь тоже надо было. Что у нас здесь? Буйный саркозух. Слушай, хороший вариант, но я что-то глянул вот на вот это. И хочу вот этого. Хочу попутешествовать. Ну, как путешествовать? Побегать, короче. Побегать, попрыгать, все дела. Что там, я на ком сейчас буду тусоваться, я не знаю. Но, в общем, на ком-то я сейчас буду тусоваться. А это означает, что погнали в болотный. Ну, не знаю, погнали на эску, что. Берем пушечку, а там уже разберемся. Телепортировался на НЕ, все-таки сначала на С, потом смотрю по координатам туда-сюда, ну, в общем, на НЕ телепортировался, и в 700 метрах от точки, куда я, где я появился, собственно, задание. Уху! Сами видите, тут вообще весело. Оп, пролагал. Добрый вечер. Это очень плохо. Мои датчики распознают массу органических соединений, просто летающих в воздухе. Полагаю, ты назвал бы это запахами. Для меня же это просто химия. Когда будешь принюшиваться к этому биому, остерегайся сульфида водорода. H2S, знаешь такое? По моей информации, у него едкий запах, который притупляет чувствительность человеческого обоняния. Ты можешь вдохнуть этот яд, ничего не подозревая. Окей, была хорошая информация. Во время отстрела всякого всего, это была очень полезная информация, я вам так скажу. Классно, живем. Вообще-то это я в тебя стрелял. Лупень. Лупень. 150-й, кстати, Барионикс был. Был основное слово. Да, я, конечно, ожидал... Ой, да ладно, ты еще живой, братан. Может, тебя оставить живых? Ладно, сестрица, окей. Так, где миссия? О, так я правильно, меня правильно, что ты пыхнули? Ё-моё. Меня правильно телепортировали, а я куда-то побежал. Ну, как телепортировали? Капразух меня бабахнул в правильную сторону. Короче, бежим на миссию. Так. Братан, я тебе помогу. Отлично. О, я хотел перчиком прострелить.
Так. Ну что, погнали. Болотные. Ралли. У-ху! На ком погоняем? На ком погоняем? О, кайф. Капразуха. Брум-брум-брум. Блин. Капразуха-то прикольно. Я их, кстати, вообще томил очень мало. А вы помните, я вообще их томил в этом сезоне? Ой, не сезоне, а в этом выживании. Мне кажется, я не томил. Но они кайфовые. Ой, добрый вечер. Ой, добрый вечер. Вау. Короче, надо ориентироваться немножечко по этим. То есть смотреть не по стрелочкам все-таки. А где этот? Ой. Я забыл, как эти фигуры обзываются. Гексы, что ли? Да ёб твою ж за ногу! Уперся прям в неё! А! Ужас. Ну там-то я тупанул, я там на кругляшок рванул зачем-то. Ну вот полет точно не самая лучшая тема сейчас. Блин, еще так много. Ну тут прям конкретно такое ощущение, что я пол болота пробегаю. Вау! Хочу такие ускорялки. Хочу такие нитроускорения, типа, короче, ты это... Прожимаешь ее, и у тебя один из такого вау! И полетел, короче, так. Там на спиддах такой, ну, speed potion. Вау! Я здесь еще металл не добыл. Надо это дело исправить. Ой-ой-ой, какая отвратительная трасса вот с этими зигзагами, мать их. Вот этими зигзагами, с этими камешками, но ночью все-таки намного удобнее. Герцевать. Хотя здесь вроде бы что день, что ночь всегда одно и то же. Но вот это вот подсвечивание дороги, это, конечно, кайфово. Но это не вода долбанная, где лагает просто от того, что у тебя там куча сраных циклантов заспавнилась и так далее. Уху! Уху! Ну и вовремя shift надо отжимать, когда тебя ускоряет, короче. Вот. Вот это факт, прям конкретный факт. Либо сразу же направляться в точку будущего это. О, все что ли? Опа, че, добрый вечер. Ну окей. Допустим. Ну допустим. А что я получил? Слушай, ну шлемачок. Есть шанс, что я хороший шлем получу за эту миссию. Да, конечно, за ралли мы не нормальные эти никогда не получим нормальные призы. Но, блин, есть шанс, что я что-то нормально получу. Эй, погнали дальше. Беточку. Есть идея. Если у меня там есть вторая миссия на ускорение, то посмотрим, как я закончу эту миссию. Ну, на ускорение, господи. Еще одно ралли. Посмотрим, как закончим эту миссию. Быстро, не быстро. И... Ну, в общем, короче, две идеи у меня. Да ёптовы же за ногу. Две идеи. Либо миссию уже выпускать каждый день. Вот такие вот как быстренькие. Либо, ну, с гонками, я имею в виду. И не занимает времени, по-моему, секунды. Либо по две в одну миссию. Ну, в одну серию делать. Вот, пока еще не знаю. Но опять-таки же, гонки-то уже заканчиваются. А хотя не заканчиваются, вроде бы... Че, я в вулканическом бионе? Да не, еще гонки-то есть. Просто, по сути, я хочу все-таки, наверное, лучше так делать каждой миссии в отдельной серии. Это не для количества серий, а чтобы человек, вот, как... Блин, камон, у меня такого было много. Как притомить такого-то, допустим, Диноса? И, короче, пол серии говна.
Ну, особенно в первое мое выживание, там реально было полсерии говна, короче. Вот, я часто видел комментарии о том, что типа, вода, вода и все дела. Ну, что я говорю всегда? Ну, блин, камон, чувак, ну, не хочешь, не смотри, мне-то что, мне насрать. Я снимаю так, как я хочу снимать, а не так, как ты хочешь, чтобы я снимал. Как хочешь, чтоб ты, хочешь, чтобы было так, как ты хочешь, снимай сам. Вот это мое прям хорошее правило, я считаю, что если что-то не нравится, сделай, черт побери, это сам. Лучше тебя никто не сделает то, что ты хочешь. Не получилось, ну блин, значит лошара, что еще могу сказать, значит ты не умеешь снимать и так далее. Тогда, то есть два варианта, либо ты не умеешь снимать, либо твои требования слишком высоки, вот скажем так. Вот, поэтому как бы я делаю вот, что я требую, то я могу точно сделать от людей, от себя. Это факт. И я не требую больше, чем я смогу сделать сам. Что самое главное. У-ху-ху, кайф. Поэтому, возможно, выпуски срали. У-ху-ху, срали. С гонками, короче, выпуски с гонками, возможно, будут прям в ряд подряд все дела выпускаться. Ну, каждый день типа серия будет. Что я здесь получил? Щит говна, генодон. О, шлемочок. Ну, плюс-минус туда-сюда. Давай это сожрем. Я не знаю, зачем оно мне. И погнали на альфа. Ой, да. Прям ралли это такое прям отдушина, типа, отдохнуть. Да. Камон, 12 минут в серии, из них я минут, ты сколько, 4 не участвовал в гонках. В альфе, на альфе гонке я могу всраться. Кстати, я даже не посмотрел, сколько у меня на гамме было по времени. Но на альфе я могу всраться, я это и не спариваю. Потому что, извините, здесь уже ошибки делать нельзя. На бетке еще можно, допустим, делать ошибки. На гамме вообще прям изи-бризи. Вот, на альфе вот это вот то, что я сейчас делал, это вообще недопустимо. Потому что я просто застрял и потерял, сколько там, секунд 5? Вот. Ну ладно, один раз можно ошибиться. Ну, максимум 2 на такое, но не более. Уху! Ай, добрый вечер! Ай, добрый вечер! Ну вот так, короче, это просто забей. Это просто забей. Сейчас шанс на то, что я пройду миссию, это прям нулевая уже. Отлично, я еще забудется. Мне кажется, ли все-таки это другая трасса. Потому что какие-то места незнакомые. И дилок очень много. Ну, я сразу говорю. Создатель трассы, да, глубоёб, да. Почему? Ну, камон, тебя просто на 10 секунд стопает. И ты не можешь не пройти мимо, так как тебе просто нужно пройти именно по ней. Тебе просто без вариантов нужно пройти по этому говну. Да, да, по-другому я такого человека сказать не могу. Ну, камон, это все выявляется на во время тестов. То есть... Ты создаешь трассу, ты ее тестируешь 2-3 раза, раз 5, это занимает у тебя, ну, минут 20, и ты такой, о, а трасса-то говна, и переделываешь. То есть, как бы, это когда по уму делают, но тут вы сами видите, никто не тестит вот этот момент. Причем это на альфе. Ой, смешно-то как. Ладно. Ты лягушка, серьезно? Просто такая лягушка подрезает меня. Говорит, типа, ты слышь, куда идешь, куда идешь такой? Слышь. Вот, собственно, эти 10 секунд меня сейчас и подвели. Да. Фу. Ну окей, погнали еще разочек. Прям реально эти 10 секунд меня подвели, на которые я просто стоял на месте. То есть сначала я там просто застрял в воздухе, а потом стоял на месте. Ну, капот.
30 сантиметров в минуту скорость — это не скорость. Ладно, это скорость, но все равно это не скорость. Вот. Погнали еще раз альфочку проходить. Да, я мог проходить, допустим, эти миссии между делом туда-сюда. Ну, сами видели, некоторые миссии у меня просто занимали, на видео занимали по 50 минут, ну, а в реале там по 3 часа. Ну, то есть, как бы даже между делом, даже вот этот ралли, ну, ты либо, короче, делаешь серии по 2 часа, по 3 часа, либо вот такие маленькие серии с ралли выпускаешь. Срали и выпускали. Вот. Да. Ой, бляха-муха. Давай! Врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум-врум! Фу! Во! Кайф же, да? Кайф! Ты просто мимо этого не можешь не пройти. Ну ладно, здесь я меньше лоханулся до этого, так что я свои 10 секунд дополнительные не потерял. Есть шансы пройти. Но это, опять-таки же, такое говно выявляется. Нет, я не спорю. Если это сделано специально, то, еще раз повторю, разработчики дебилы. Потому что, ну так делать нельзя. То есть ты ошибаешься, точнее не так. Здесь у тебя вообще нет ошибок. То есть, если в обычных гонках на Альфе у тебя есть хоть какое-то право на ошибку, то здесь у тебя права на ошибку вообще нету. Потому что ошибка заложена уже... Заебись. Да, блядь, ты серьезно? Сука, он просто тварь ёбаный не двигается с места. Вот это уже все. Это у меня уже начинает бомбить. У меня и так в последнее время просто нервы на исходе. Но... А тут еще вот это начинает. Просто такой встал на месте такой и все. И что самое тупое, он не агрится, а нет. Да, это хорошо, что не агрится. Но если бы он бы сагрился, он бы повернул свою жопу и пропустил меня. То есть как бы вот оно, то самое право на ошибку, я его использовал. Но не стоит забывать, что разработчики в этой трассе... делают так, что твое право на ошибки они сами тратят. Просто перед финишем. Просто перед финишем, потому что что? Правильно, разработчики решили, что мне нельзя давать право на ошибку. Угу. То есть я сам использовал одну ошибку. И разработчики за меня еще сделали ошибку. Ну, короче, сейчас единственная надежда это на то, что меня сменит трассу и все. Либо я не словлю то самое ускорение, из-за которого я просто лечу по прямой, и я немножечко смогу вырулить. То есть, как бы здесь без вариантов. Просто можно несколько ходов делать одни и те же действия. В ряд подряд. Добрый вечер. А, он еще и замахивается по-тупому, то есть надо еще и бить заранее, то есть он прям секунду тратит на удар. Ну, фиг с ним. Разберемся. Но что-то мне подсказывает, это уже миссия такая прям это... Точнее, это гонка первая такая прям. Вот. Добрый вечер. Здесь немножечко... Либо я по другому пути пошел, либо эта трасса какая-то... А, нет, вот она, то самое конченое место. Я его обрулил, прикинь. Я его даже на ускорение обрулил. Я просто вовремя вырулил. То есть я не пошел по стрелке. Слава богу. Маленькие затупки миновали, и у меня есть шансы пройти эту миссию, черт побери. Ну, вы можете посмотреть на тайм-код, если там его... тайм-код серии. Если там чуть-чуть осталось, я, значит, прошел. Бляха-муха. Просто кусок говна проходить 20 минут. Ну ладно, справедливости ради, здесь альфа прям гипер-убер-сраные миссии, то есть они слишком тяжелые. То есть их просто так нельзя пройти. Да мать вашу, они там теперь двое тусуются.
Да ты серьезно? Вот он сейчас просто ударился с жопой и подпрыгнул в воздух почему-то, кстати. Кстати, меня всегда отплетал баг. Этому багу уже миллионы, миллиарды лет, он с самого начала арка, когда ты вылазишь из воды на Диносе или пешком, и ты, короче, на краю воды подпрыгиваешь. Тебя вода выталкивает просто. А иногда не выталкивает. Вот с чем это связано? Черт его знает. Ну просто ты можешь идти и... То есть при смене анимации плавания на ходьбу ты просто отпрыгиваешь в воздух. Вот сейчас это примерно то же самое было. Да. Я вообще удивлен, что я могу так много говорить. Во! Точно, у меня трассу поменяли. Поэтому я прошел, я через то говно не проплывал. Не пробегал. Лайф. И что мне дали? Что за говно мне дали? Хеликоптери, Аранео, Базик. Слушай, ну вот Базика бы притомить. Может Базика, может Манту притомить. Я не знаю, надо смотреть, короче, кем вообще воевать. Кого вообще томить. Вот такая вот фигня, короче. Ну, вы поняли, как. На альфе как повезет, на все остальное проходится прям по щелчку пальцев, ну с первого раза, лохануться ногами особенно, это надо быть лошарой прям конкретно, и тупицей. Вот такие вот дела, я все высказал. На этом же с вами пожалуйста, прощаться, говорить всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и конечно делиться моими видео с моими друзьями, это все, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока!